В четверг, 26 октября, церковь совершает празднование Иверской иконы Божьей Матери. В 8-9 веках Византию терзала иконоборческая ересь. Образы Господа Иисуса Христа, Божьей Матери и святых называли идолами, сжигали и уничтожали. Те же, кто сопротивлялся императорскому указу, подвергали казням, пыткам и гонениям, но многие верующие хранили святыни у себя дома. В их числе была благочестивая вдова, жившая близ города Никеи. Однажды в ее дом пришли ревнители-иконоборцы. Один из воинов поразил хранящуюся в доме вдовы икону Богородицы мечом, и тотчас из раны на иконе потекла кровь. Желая сохранить святой образ, женщина дала воинам денег, прося до утра не трогать икону. Ночью она опустила образ в море. Святыня, стоя на воде, в скором времени приплыла к Афону. Свое наименование икона получила от названия Иверского монастыря, в котором хранится по сей день. И сегодня по молитвам к Пресвятой Богородице перед чудотворной Иверской иконой совершаются многие чудеса и исцеления.